Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Огромный пакет пустышек, и еще не все, будем снимать частями, давайте по порядку. Так, первое, это вот такая новогодняя лимитка детской серии 3+, гель для душ Bubblegum, артикул 2968. И Ксюше, и Крис очень нравится, дети с ним с удовольствием купаются, вот уже водой разводили. Очень густой гель, его хватает надолго, если его, допустим, использовать просто как гель для душа, да. Но они любят и в ванну налить, прям сразу полбутылки и так далее. Пены много, аромат классный, действительно, Bubblegum, вещь суперская. Так, дальше, интимка, моя любимая, просто интимка вообще, не только Faberlic, в принципе, это именно средство для интимной гигиены, не гель, а средство. Артикул 1640. Много лет уже пользуюсь ей, в 99% случаев редко что-то беру новенькое попробовать. Самое деликатное средство, которое не вызывает никакого дискомфорта, которое прекрасно очищает. Супер-пупер, лучше для себя не нашла. Так, дальше порошочек. Горная свежесть, один из любимых. Давно не брала, уже давно лежит, видимо. Но я их пересыпаю в контейнер. Так они у меня там и стоят, потому что сейчас мне максимально удобно пользоваться именно листовым порошком, потому что это удобно, он занимает мало места, и не надо ничего насыпать, пересыпать, там, просыпать иногда. Просто положил листочек, и все. А порошки на самом деле классные, они отстирывают прекрасно, они чуть подешевле выходят, чем листовой порошок, поэтому как бы кому что нравится. 800 грамм приравниваются к 3 килограммам обычного порошка, он концентрированный, гипоаллергенный, подходит атопикам, астматикам и деткам с рождения. Артикул 323. Мне нравится больше всего горная свежесть, альпийские луга, потому что я люблю, когда присутствует отдушка. Так, дальше. Средство Ума, моющее средство для детской комнаты и ванной, 0+, вся эта серия с ионами серебра. Гипоаллергенная отдушка, которой практически нет, она слегка ощущается, и она вот для меня лично безумно притягательна. Ее практически нет, но есть какой-то, вот знаете, такой свежий аромат чистоты. То есть, когда помоешь в квартире полы, протрешь поверхности с этим средством, оно не требует, кстати, смывания, прям вот чистота, новизна, вот такой вот аромат кругом, и мне это очень нравится, поэтому в последнем заказе повторила, артикул 305-19, безопасно, с 0+, ну круто, что еще надо, как говорится. Так, прокладки, начнем. Любимые, дорогие, огромные, просто защита от протеканий 112.95, 100%, поэтому ни на что никогда не променяю, в упаковке их 7 штук, они огромные, у них сзади есть крылышки широкие, то есть прям вот супер-пупер. Еще анионовый чип, ну, в общем, все просто замечательно. Так, вот недавно закончился кушон ICUL, я из него достала блок и вставила туда сменный блок от кушона Baby Face. Они подходят, вот так пальчиком выдавливаем, а потом вставляем новый до щелчка, и все прекрасно. Артикул 61-68, это у нас кушон ICUL. Я его люблю больше, чем Baby Face, знаете почему? Он такой немножко более увлажняющий, что ли, дарит сияние. Baby Face чуть посуше, но вот так для человека, который не разбирается, разницы не будет. Они одинаковые. Я знаю, какой оттенок уже такой же, как у ICUL. Вот он немножко желтит, но потом подстраивается под тон лица. Вот он у меня сейчас на лице как бы не желтит, да, даже светлее у меня лицо получилось, нежели декольте. Это немножко видно, да. Он подстраивается потом в процессе. Поэтому все отлично. Кому не подошел кушон, мне кажется, просто ну, вы неправильно им пользуетесь. Самый идеальный способ для меня сейчас – это нанесение спонжиком вот от кушона Зазу, который за 90 с чем-то рублей брала на Валберес, что ли. И вот им мне нравится наносить, немножечко промакивая, и наносить вот так втаптывающими движениями. И классный эффект нанесения именно вот этой губочкой, которая идет в комплекте с кушоном. Мы с вами не размазываем кушон, как тональный крем по лицу, не размазываем. Тогда он у вас будет западать в поры, подчеркивать морщины и ложиться неравномерно. Кушон наносится именно втаптывающими движениями, запомните раз и навсегда. То есть промокнули пуховочку и вот так пошли прихлопывать по лицу. Тогда у вас идеальный тон, тогда он на лице абсолютно незаметен, он ничего не подчеркнет, никуда не западет и будет на вашем лице весь день. Идеально перекрывает, просто плотно, очень плотно перекроет недостатки однозначно. Поэтому к нему надо приловчиться, нужно уметь им пользоваться. Так, из декоративки еще выкидываю вот эту вот тушь малиновую, потому что знаю, что не буду пользоваться. Недавняя новинка, артикул 56-763. Мы с вами ее тестировали, мне не понравилось то, что она жутко отпечатывается. С ней получаются классные ресницы.
границы. Здесь силиконовая двусторонняя кисть. Тушь очень сама густая. Ресницы получаются классные, шикарные, длинные. Можно это сделать, когда она раскрасится. Но она дико отпечатывается сейчас на зиму, но это вообще ни к чему. Да это вообще ни к чему никогда. Поэтому у кого-то не отпечатывается. Я не знаю, от чего это зависит. От строения века. У кого-то отпечатывается, у кого-то не отпечатывается. У меня сильно отпечатывается, поэтому я его выбрасываю. Так, что тут у нас по добавочкам пищевым? Сейчас найду три пока. Так, первое, секреты Востока. Я сейчас сделала вообще перерыв полностью до Нового года. То есть в течение 2 месяцев практически я не пью ни одну пищевую добавку. Поэтому решила немножко вот организм так простимулировать, что ли, очистить от излишков БАДов. Ну, не знаю, мне так захотелось, мне так организм мой подсказал. Вообще ни один. Секреты Востока – это классная вещь, артикул 157-10 после перенесения каких-либо заболеваний, простудных и так далее. Он еще влияет на гормональный фон. Я с ним вот как-то себя чувствую бодрее, веселее, жизнерадостнее. Не знаю, как это еще описать. Классный, рабочий, суперский. Так, дальше. Антистресс. Ну, это, естественно, рабочий. Тут сейчас, девчонки, артикул найду. На молекулярных пишут вообще мелко. 156-76. Молекулярная серия. Что все супер, тут отличный состав, на ночь пила по одной. Дальше, витаминный комплекс 157-08 для укрепления волос и ногтей. Пропила, ну, вроде все нормально, и волосы себя хорошо чувствуют, ногти крепкие, поэтому ничего не могу сказать плохого тоже. Так, дальше, спрей Dream Therapy. Ксюшка, я вам уже рассказывала, много раз их любит, и без них просто уже спать не ложится. Должны быть несколько штук всегда в запасе. Ей очень нравится этот аромат, и он ее расслабляет, и она прям практически мгновенно засыпает. 25-59 артикул. Здесь такой сильно выраженный аромат. Ну, не лаванда, нет, она лаванда с чем-то смешана. Ну, в общем, надо пробовать. Надо пробовать, кто-то от него в восторге, а кто-то его не переносит. Этот аромат достаточно яркий. Так, дальше, иммунити. Сейчас вот как раз болели, и чаи все свои подпиваем потихоньку. Я завариваю так и себе, и детям. Один иммунити пакетик или два иммунити, один бронха. В одну кружку и пьем. И все, и за 2 дня можно себя на ноги поставить без каких-либо лекарственных препаратов. 157-70. Сбор обалденный, здесь состав шикарный, ничего лишнего. Все самое нужно. Так, дальше, вот как раз у меня тут листовой порошок. 2 штуки аж. Пока нашла 2 штуки. 1, 2. Удобный, очень удобный формат. Артикул 308-43. Здесь 20 листов. Я когда стираю вещи с пятнами, либо белые, светлые вещи, я кладу целый лист. Когда я стираю темные, черные вещи, кладу половину. Этого вполне хватает. Разрываю руками и кладу. Отстирывает шикарно, никаких нареканий. Причем это все дело удобно. Кондиционер. Ультракондиционер для белья Sensitive 118-56. Это уже обновленный, по-моему, или нет? Или еще не обновленный? 0+. Один из моих любимых кондиционеров, потому что он очень хорошо смягчает белье. Лучше всех из тех, что я вообще пробовала. Любого бренда. И из Faberlic, из всего ассортимента, он смягчает белье лучше всего. Поэтому периодически его беру. Одушка здесь деликатная, такая цветочно-свеженькая, травянистая, такая очень-очень приятная. Еще одна, кстати, интимка. Они приходят... Последнее время не по-русски написано. Партия для экспорта. Нам продают партию для экспорта. Видимо, не уходит за границу. И вот нам ее такую продают. Так, вот антистресс. Чай. У меня оставались остатки еще с прошлого года. И я вот его допила, видимо, когда-то. 156-67. Здесь тоже обалденный состав. Вот у кого проблемы с засыпанием, я прям рекомендую присмотреться. Здесь у нас ромашка, иван-чай, шиповник, фенхель, лаванда, мелисса, пустырник, валерьяна. То есть прям вот вообще класс. Заваривайте пакетик или два, и все. И проблемы с засыпанием уходят. Но это, конечно, накопительный тоже эффект. Если вы там один раз выпили и ждете прям, что все наладится, нет. Ополаскиватель для полости рта. Из серии «Эксперт Фарма». Артикул 16-37. Великолепный ополаскиватель, который тоже очень спасает в период простуд. Если вот прям только-только начинает болеть горлышко, полощем там каждые полчаса, каждый час хотя бы, и все. И на следующий день можно не разболеться. То есть горло болеть перестанет. То есть здесь в составе по-любому есть какой-то вот обеззараживающий компонент хороший, который именно на боль в горле еще тоже вот так влияет. Смотрите, шампунь освежающий, не знаю, остались, не остались, это один из любимых шампуней Faberlic у меня, вот честно. Он такой бюджетный, но он такой классный, он мне так нравится.
Сейчас расскажу, чем. Это молочные протеины, освежающие с мятой. Ксюшке он подходит тоже. Я так поняла, их выводят, в каталоге их давно не печатают, но на распродажах, вот в остатке сладкие, они бывают 86-49. Он хорошо промывает волосы. Во-первых, вот этот мятный аромат, мятного такого леденца, конфетки освежающие, очень нравится. Хорошо промывает волосы, хорошо пенится, но в то же время не спутывает их в мочалку, они потом выглядят вот такими вот объемными, рассыпчатыми. Сегодня у меня такие объемные рассыпчатые волосы от Ботаники, потому что силиконы накапливаются в волосах, Ботаникой помою, они снова вот такие вот у меня объемненькие, практически не укладывала, хорошо ложатся. Вот то же самое вот от этого Ля Крем. Так, дальше, что у нас тут с вами интересненького? Тоже новогодняя лимитка 3+, гель для душа Lovely Moments, артикул 2967, это у нас с вами кокосовая мечта. Несмотря на то, что он зеленый, да, это кокосик. Ну, такой вот, с фруктиками, что ли, вперемешку, детям нравится, все супер, тоже такой же густой, все замечательно. Одна из любимых масочек, кислородная пенящаяся маска Global Oxygen линейка, прям очень ее люблю. Здесь всего лишь, правда, 30 мл, артикул 0857. Это такая голубая субстанция, которую мы наносим на лицо, и она начинает на лице пениться. Через несколько минут, когда вся вот эта реакция прошла, можно еще раз вот так пальчиками разнести маску ту же самую по лицу, и она еще раз будет пениться. Так до 3 раз вот у меня получается сделать. Хватает надолго. Ну как, ну на применении 10 хватает вот этого тюбика, это нормально, я где-то раз в неделю делаю. Единственный недостаток, она когда заканчивается, она плохо набирает снизу, то есть до дна не совсем достает трубочка, и там много чего остается. Но я беру палочку какую-нибудь и все вот это довыковыриваю, потому что мне выбрасывать жалко, маску очень люблю. Здесь дозатор, и вот когда остается где-то вот столько, все, он уже не выдает. Надо чем-то туда лезть, выковыривать. Но я этой маске этот момент прощаю, потому что она крутая. Так, дальше, что это у меня тут? Маслица двухфазная. Не знаю, сейчас есть, но в каталоге есть, по-моему, двухфазная. Артикул не знаю, на баночке нету. Двухфазное масло, но я не очень его люблю. Оно работает хорошо, но оно долго впитывается. По мне, вот с Монардой, это прям моя история, моя песня. А здесь надо переболтать, то такое красное маслице внутри, и наносить на ноготочки. Работает хорошо, увлажняет тоже очень хорошо, но уж очень долго впитывается. Поэтому, повторю, навряд ли появилось снова масло с Монардой, и его и буду брать. Так, дальше, кремы, маски. Концентрированный клеточный ночной крем еще брала в прошлом году. Гардерика. Серия классная, серия суперская. Вот это вот в тубах, она немножко такая облегченная. В баночках она немножко пожирней. И подойдет, в принципе, для любой кожи. Для любой. Хорошо увлажняет. Может быть, сухой кожи возрастной будет маловато питания, но, тем не менее, линейка рабочая классная. Артикул 0742. И вот кремы, которые у меня залеживаются, простаиваются, я их начинаю использовать как маски, кремовые маски. Наношу плотным слоем на лицо, хожу полчаса, потом то, что кожа не впитала, убираю спонжем, и все. Лайфхак вам такой, да, если залеживается крем, потому что новинок много, надо тестировать, и другие кремушки бывают, вот лежат мертвым грузом месяцами. Крем для рук Beauty Cafe наконец-то добила, не является моим любимчиком, но брала уже очень давно тоже, когда, наверное, это только серия вышла, это груша, грушовое парфе, артикул 2557, а так крем хороший, такой силиконистый, нормальный базовый крем для рук. Все отлично. Но я больше люблю вот на ночь гладкие пяточки, и все. Разогревающая маска против выпадения волос Эксперт Фарма является одной из моих любимейших средств по уходу за волосами Faberlic. Артикул 8349. Она, конечно же, разогревает. Мы сначала с вами моем волосы, кожу головы привычным способом. Потом наносим эту маску обильно на кожу головы. Она все равно попадает на саму длину волос, естественно. Я ее и специально наношу, потому что очень круто ухаживает за волосами по длине. Они потом как после ламинирования, в хорошем смысле слова. Не прилизанные, там какие-то не утяжеленные, но вот они потрясающие. Рассыпчатый, гладкий, блестящий. Жжет она прилично, жжет она достаточно долго, около получаса. Вот сколько жжет, столько я с ней и хожу. И потом идем смывать, и все, как бы укладываемся. Отличная маска, рабочая. Все, что греет, все будет наши волосяные фолликулы. То есть, соответственно, и работает на рост волос и на укрепление. Так, еще один крем для рук из линейки Happy Steps. Мне не нравится вообще эта линейка. 1385. А, это крем для ног. Это вообще-то крем для ног, снятие усталости. 1385. Ни Happy Steps, ни Happy Hands мне не нравится совсем. Кто-то любит эту серию, кому-то подходит и действительно усталость снимает. Мне нет, поэтому я не повторю. Мне больше нравится Винотоник в этом плане. Так, еще пищевые добавки. Много-много тут находится. Скопилось. Баночки, идите сюда. 5 штук целых нашла. Так, Энзи Пауэр.
Это классная вещь для тех, у кого есть какие-то проблемы с пищеварением. Здесь в составе панкреатин, ну, кто пил вот что-то по типу мизина, панкреатин, тот понимает, о чем речь. 157-33. Вот на новогодние праздники сейчас вообще будет самая тема, потому что переедаем, потому что едим жирное, майонезные салаты и так далее. И вот во время приема пищи две штучки выпиваем, и ваш организм вам говорит огромное спасибо. Там еще куркума, которая обладает вообще кучей просто полезнейших свойств, поэтому он у меня всегда есть в запасе дома, так же, как и Energy Boom. 157-27. Натуральный природный энергетик, кофеин, гуарана здесь, все как положено. Вот дети попросили елку нарядить, а мы все болеем, я себя плохо чувствую. Выпила одну штучку, мне достаточно, и погнала. Все, все переделала, желание детей исполнила, без ущерба для здоровья, энергия сразу появилась, все отлично. Вот на такие случаи тоже у меня баночка всегда в запасе быть должна. Витамин D3 взрослый, 157-77 пропила, уже много месяцев пила, сейчас вот перерыв, несмотря на то, что его как раз сейчас надо пить, когда солнца нет, у меня перерыв. Живица 158-62, это та пищевая добавка, благодаря которой у меня Ксюша начала несколько лет назад ходить в сад, не болея, в детский. То же самое потом со школы. Продаю им курсами. Сентябрь, октябрь и потом где-то январь, февраль, когда тоже вот этот сезон заболеваний. Надо уже было сейчас с декабря начинать, но у них тоже перерыв вместе со мной, у детей. Вот именно вот в эти сезоны потом, когда у нас еще, когда отопление отключают, а может быть еще холодно, вот тоже в садах, в школах и дома, вот в этот период, март, апрель, тоже можно подавать. Работает, реально работает, потому что проверено уже годами. Дальше гастрокомфорт вот такой вот пропила для профилактики, состав хороший, артикул 156-87. Так, дальше, концентрированное моющее средство, тоже очень люблю с ним мыть полы, прям безумно. Артикул 302-17, здесь аромат цветущей липы и такая вот зеленушечка. Но невероятно крутой аромат, и если протирать поверхности и мыть полы с этим средством, пыль на них потом не садится гораздо дольше. Густое, хватает надолго, все отлично. Так, недавняя новиночка у нас с вами в бьюти-кафе, это вот такая вот... Вот такая, вот такой клубничный маракун, гель для душа, там целая серия, мыло и так далее, 29,64, гель для душа, я успела им воспользоваться один раз, дальше у меня Крестюша на него запала, мама, спасибо, говорит, за клубничку, и все себе в ванну вылила. Потрясающий аромат клубничного, даже я бы сказала, земляничного варенья, клубнично-земляничного. Сладенький, не скажу, что прям натуральный, слегка химозный, но очень вкусный. Меня обычно ароматы в бьюти-кафе некоторые отторгают, особенно вот где малина. Мне не нравится совершенно, а здесь прям вот зашел. Прям зашел, понравился. Поэтому, если любите такое, попробуйте. Так, Lovely Moments еще с прошлого года добиваю тоже кремы для рук. Лимитка была, подарочный набор, там 3 штуки. Обычный посредственный крем. Дальше, крем для век из линейки коллаген. Я не люблю кремы для век отдельно, но этот добила на все лицо. 13,83 артикул. Легкая текстура, но которая в то же время дарит упругость. Вот что могу сказать про него. Мыло. Дракончик. У меня быстро 29,71. Крис их расходует. Она с ними купается. Она берет с собой ванну и играет. Ей нравится, что оно там скользит, потому что мы твердым мылом не пользуемся. Мы любим больше пенку для рук. А Крис любит с ним купаться. Поэтому вещь прикольная. Пахнет тоже классно, кстати. Кто твердое мыло любит, Фаберлик, оно одно из самых достойных. С хорошими составами. Средства для мытья посуды. У нас с вами чистота и блеск без разводов с малинкой. Обновленная уже версия, артикул 365. Действительно, малинка. Действительно, стала гуще после обновления. Действительно, моет до скрипа. До скрипа, прям вот до скрипа на стаканах это очень сильно ощущается. Средства для мытья посуды Фаберлик ни на что не променяю, лучше нет. Вот еще как раз дневной крем Гардерика. Я его тоже самое, как маску, да, использовала на лицо. Так, любимый мой гамаш. Из линейки «Кислородное дыхание», артикул 0271. Обожаю его на утреннее умывание. Как будто в нем содержится какой-то ментол, что ли. Кожа начинает дышать. Как будто кислород проникает сквозь клетки. Ну, вот знаете, такое ощущение на лице свежести, чистоты. Мне очень нравится. Здесь много частичек. Ну, не то, что много, средней, но хватает. Это гелевая прозрачная консистенция, в которой есть частички. Когда начинаем по лицу возюкать, немножко пенится. Частички эти очень здорово очищают вот после ночи. Поэтому прям люблю на ежедневной основе, на утреннее применение. Мне очень нравится. Так, дальше. Линейка I Love Winter. Закончился гель для душа. Вы знаете, морозные ягоды. Понравился. 29,66. Очень бюджетный гель для душа, но который вот так вот сейчас на Новый год тоже приятненько очень дарить. И здесь действительно морозные ягоды, есть кислинка, вот почему он мне понравился. То есть это не приторный совершенно аромат, он с кислинкой. Мне прям было вот
В кайф принимать душ с таким средством. Пенится хорошо, кожу не сушит, все отлично, поэтому могу смело рекомендовать. Пенка Global Oxygen, у меня вся в каких-то красных красках, дети игрались, наверное. 5807. Любимейшая тоже серия Faberlic, очень круто работающая. Пенка деликатная, не пересушивает, нежненькая, классная, суперская. Вот я ее Ксюшке отдала, она ей тоже умывалась, и прям вот ну, на ее 11-летнюю почти кожу очень хорошо подходит, потому что уже приучаю потихоньку. Я ей то специальные детские пенки покупаю, то вот именно Global Oxygen от Faberlic даю, потому что можно, я так решила. Вот, дальше, куркума, это у нас с вами ночной крем, потрясающая вещь, просто артикул не скажу, нету его на баночке, но вот именно ночной крем меня и поразил, вот прям смотрите, как добило, он суперский, он очень классный, чем разглаживает, напитывает. С утра кожа прям сияет. Вообще линейку с куркумой крайне удачно, кроме дневного крема. Там SPF-фактор, который мне не нравится, и на день лицо мое жирнит. А ночной крем, вот прям это самая бомба из всей этой серии. Маска по акциям беру иногда витамин В3, называется она. Артикула тоже на баночке нет. Это такая желеобразная консистенция, которую очень трудно носить на лицо, можно уронить все на пол, поэтому лучше разминать в руках, а потом на лицо наносить. Это же прям плотный-плотный гель, который как холодец кусками отваливается. Но она круто работает, она освежает, может слегка пощипывать и подгонять с утра отеки. Поэтому периодически беру, повторяю, нравится. Так, еще один спрей Dream Therapy. Сухой шампунь для волос. Обычный, не для шатенок. 2702 артикул. Средненький сухой шампунь, который может продлить чистоту волос. Я иногда использую, сейчас зимой вообще в принципе нет, потому что все время ходим в шапках, все равно все прилизывается. А в теплое время года, когда вот мне нужно объему корней создать побольше, потому что у меня достаточно много себума выделяют кожа головы, я использую. То есть на корни пальчиками вот так жух-жух, я не расчесываю, ни в коем случае не расчесываю, мне не нужно, чтобы этот шампунь потом попадал на все волосы, не для чистоты я использую. Я по проборам наношу на кожу головы, и потом пальчиками вот так шух-шух-шух, и объемчик такой нарисовался, и все очень классно. Так, дальше. Happy Hands как раз-таки. Это у нас с вами, кто это? Восстанавливающий крем для рук, Мудрая Арника. Артикул 2509. Нормальный тоже средний крем для рук. Паста зубная с бананом 3+, любимая паста Кристюши. Артикул 2886, потому что здесь нет ни грамма мяты. Она не щиплет там рот нигде, вот этот мятный ментоловый привкус. Его абсолютно здесь нет. Чисто легенький бананчик. Чистит с удовольствием, чистит часто, как положено. Поэтому очень рада, что вот такая паста есть в Faberlic и стоит еще копейки. Потому что детские пасты такого характера, без ментола, вот именно для малышей, хотя на 3+, они стоят бешеных денег. Рублей 500-600, нормальные. А здесь все очищает прекрасно, эмаль очищает и стоит 100 рублей, поэтому. Мужской дезодорант вот такой закончился, Айдео, муж добил, 0,577 артикул. Маловато и мне, и мужу, хотя мы не особо потливые. Влажные подмышки потом могут быть. Запаха пота нет, кстати, блокирует хорошо, но они могут быть влажные, когда жарко. Вот это вот в этой линейке мне не очень нравится, на самом деле. Хотела взять в этом заказе дезодорант Эксперт спрей, который удушающий, но который вот точно его хватает. Нету, представляете, их нету. Мне кажется, их даже больше не буду выпускать, а очень жаль. Так, еще шампунь-бальзам из Lovely Moments. Артикул 3280. Ксюшке мыли волосы. Не могу сказать, что это шампунь-бальзам. Он сильно спутывает все равно наши пористые, кучерявые слегка волосы. Не разглаживает их ни на чуть, не облегчает расчесывание. Но как шампунь нормальный. Так, и сыворотка бустер коллаген О2 у нас с вами в артикуле 1380, классная. Вообще мне эта серия очень понравилась. Возможно, будет маловато сухой возрастной кожи. Там будет не хватать именно питания вот в этой линейке и от этой сыворотки, да. Но в целом она реально рабочая. То есть на возраст 25+, прям вот вообще шикарненько, шикарненько просто. Кожа потом упругая, очень классная линейка и стоит бюджетно. Но все, мои хорошие. На этом видео заканчиваю. Разобрали с вами один пакет. Ссылка для регистрации, как всегда, под видео в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.